Васик, спасибо. Типа сама себе купила iPhone, да, короче, сама себя в зеркало поблагодарила, да. Всем здорово, Саныч, на связи. Я тебе, чаечка, что хочу сказать. Целуй себя, не целуй. Помните, как эти гости из будущего пели? Целуй, не целуй. Помните, песня что-то вспомнилась, да? Вот благодари, не благодари. В обществе все равно подумают, что насосало. Потому что Наташке настолько, блин, все это очернили, да, как бы. У чаечки iPhone сосет хорошо. Все. Потому что априори сама себе купить не может. Не, ну я понимаю, что, конечно же, бывают случаи, когда женщины могут себе и побольше купить, там, и тачки покупать, и квартиры, там, какие-то бизнесы создают, никто не спорит, да. Но обычная рядовая чаечка, как бы, iPhone купить, ну, такое себе, да. Ребята, ну вот, пожалуйста, приведите мне такой пример. Знаете ли вы чаечку, которая там работает там где-нибудь, ну, к примеру, там, я не знаю, там, каким-нибудь там секретаршей какой-нибудь, там, зарплата у нее там 30-40 тысяч, и она, хоп, покупает тебе iPhone там за 150к, да. Ну, как-то это подозрительно все, а чаечка ротик салфеточкой вытри.